говоришь про то, что ты там на подписке о нерадовых соглашениях, мне сразу пришло в голову, что у меня был один художник компьютерный, один из первых. Он делал для индусов танковые симуляторы. Не настоящие там симуляторы. Да, симуляторы, потому что в Индии столько народу, что невозможно построить танковый полигон. Если ты выстрелишь, то обязательно в кого-нибудь попадешь. Значит, первое дело, я решил, что ты как раз работаешь на оборонку. На настоящие танки. А оказалось, что ты работаешь на сериал. На самом деле, если говорить про Sony Pictures, это хуже, чем оборонка. Там такие условия жесткие, что громко не свисти. Ты знаешь, я однажды им сделал предъяву за то, что они использовали мою фотографию у Лукьяненко в кинофильме. Как это? Дозор? Дозор, да. Вот фотография Бориса Гребенщикова, которая висит там на кухне, когда все это начинается там. Вертится. Это моя фотография, это классическая фотография Бориса Гребенщикова. Ну или я так. Буду знать. Не удалось из них ничего выцепить. Хорошо. Сейчас у меня такая тема. Я вдруг увидел, чего пока, слава богу, никто не видит, что в России оказалось по самым разным маленьким городам, большим городам работает куча охрененных молодых пацанов, ну, молодых типа тебя. Они работают вот там на висят на ArtStation, там. Да, на Behance везде висят, везде они востребованы, они продают свои картинки там на весь мир, концепты, просто картинки, все дела. И им не нужны музеи, им не нужны кураторы, им не нужен вообще никто, только интернет и как бы человек, который у них это все заказывает. На самом деле это совершенно новая реальность для, в принципе, мира, искусства, который фетишизирует, собственно говоря, материалы, да, обязательно рама, обязательно холст и 15 человек искусствоведов, которые подписывают, фальшак это или не фальшак, понимаешь? А вы... Вдруг один седой и строгий, я отчетливо сказал. Понимаешь, а вы вдруг полностью обесценили всю эту структуру, вы предлагаете, мало того, что вы не предлагаете оригинала. Хотя, кстати, существует конвенция там о дигитальном как бы оригинале. Но ну что такое дигитальный RAW? Первый раз записанный RAW там? Или пятый раз TIFF? На самом деле, все то, что ты сейчас говоришь, это ровно то, что я всегда говорю при малейшей возможности людям, которые меня хотят послушать. Потому что я как раз как инсайдер, да, я, в общем, как никто, отчетливо вижу эту тенденцию. И это невероятно классно, потому что я как раз совершенно не люблю вот это вот понятие оригинал. Оно, пускай оно будет, пускай оно замечательно остается в прошлом с теми, так сказать, видами искусства, которые есть, и они, я думаю, не умрут. Но когда оригинал, когда, точнее, содержание, да, того, что называется искусством, подменяется предметом, материальной вот этой вот штукой, которую можно купить через подставное лицо на аукционе, утащить себе в подвал и, так сказать, в одно лицо этим делом любоваться, да, которая становится предметом вот этого вот арт-рынка с очень непонятными критериями на самом деле. Для меня это ситуация несколько искусственная, скажем так. Цифровая живопись, когда она появилась, открыла для меня чудесную возможность создать файл, который будет абсолютно идентичен здесь, в Африке, в Австралии, на Альфа-Центавре, где угодно. Да, и каждый человек может этот файл для себя открыть, распечатать, наслаждаться, смотреть. Часть моих работ, конечно же, продается, но я вынужден играть в эти игры, да, потому что, в общем, я должен зарабатывать как-то себе на хлеб, но часть моих работ в совершенно бесплатном доступе можно скачать у меня на сайте. То есть ты подорвал рынок искусства, окей. Ну, все меняется. И пусть оно меняется, на самом деле. Мне очень здорово наблюдать, как вокруг меня наступает будущее, как меняется мир. Я ведь родился и вырос в абсолютно другой ситуации. Без компьютеров, без мобильной связи, без интернета, без цифровой живописи. И, черт подери, я любил фантастику очень. Мне страшно нравится, что очень, очень много из того, о чем я читал, вокруг меня сейчас.
Хорошо. И сейчас да. Наступило мое время. Да? Многие из моих уже сверстников, да, они склоняются уже к тому, чтобы говорить: о, в наше время было так, в наше время было всякое. Мое время так наступает. Слава богу, сейчас можно расшарить друг для друга экраны, показать какие-то приемы. Некоторые цифровые художники, они частенько выкладывают таймлапс своей работы, то есть можно посмотреть, какими приемами пользуется тот или иной человек, тот или иной профессионал. И, в общем, я так и учился. Я учился цифровой живописи по YouTube. Вот так. Да? А обычной живописи ты учился? Да, я получил образование как художник-график, правда, не живописец, еще в 80-е годы 20 века, когда никаких компьютеров не было. Но тогда я не получал полного удовлетворения от того, что делаю. Потому что для меня, что я делаю, да? Что для меня моя живопись, мое изобразительное искусство? Это фиксация неких определенных состояний сознания, которые возникают в граничных каких-то состояниях мозга, между сном и бодрствованием, во сне, в осознанных снах и так далее. И мгновенный перенос этих состояний, этих скриншотов, да, этих гештальтов на какой-то носитель, неважно, на холст, на бумагу, на виртуальный какой-то носитель в компьютере и так далее. И ни одна традиционная техника, к сожалению, не давала мне такой возможности здесь, сейчас, мгновенно сделать вот такой вот снимок. Пока я не познакомился с цифровой живописью. Я до этого довольно долго рисовал в технике графики, и тушь-перо, и карандаш у меня там были. Я даже был одним из первых, наверное, в России художников, у кого появился веб-сайт в 96-м году. Это было довольно давно. Вот. Но пока не появилась цифровая живопись, меня это вообще не очень устраивалось. А здесь я беру, просто провожу рукописную уже линию стилусом, но по планшету, и совокупность каких-то различий дает, в общем, качественный скачок для меня. Скорость и удобство разрастают таким образом, что я быстро могу сделать то, чего я хочу. И это для меня идеальный тип. А на бумаге ты не смог? На бумаге я вынужден стилизовать. Линейный рисунок — это не то, что вот такой вот, скажем так, цветной скетч, да, то есть я рисовал довольно долго линии, а мне хотелось рисовать пятнами. Пятнами тоже акварель — очень сложная техника, это, наверное, самая сложная техника, которую я, в общем, перед которой я благоговейно склоняюсь, но говорю, что я пользоваться ей не умею, к сожалению. Масляная живопись требует очень длительного времени, к сожалению, и очень многих корректировок в процессе работы. Как и любая другая, кстати, традиционная техника. Здесь же все корректировки я могу делать в течение долей секунды, и все это вот на кончиках пальцев у меня. То есть я в этой области дошел до стадии неосознанной компетентности, что называется, да, инстинктивно что-то делаю уже. И, в общем, получается то, что получается. Хорошо, но что получается? Получаются летающие автобусы. Наверное, по формальным признакам это сюрреализм, потому что это бессознательное творчество. Якобы это реализм, но уже совсем не реальный. Вот именно цифры тебе позволяют добиться вот такой чудовищной фантастической реальности нереального, да? Наверное, я бы добился этого и другой техники, но только времени мало, сделать хочется так много. Я очень остро чувствую недостаток знания классической анатомии, знания эмоций, мышц, движения, пластики, и вот сейчас... Мимических мышц, да, и вот сейчас, последние несколько лет, я стараюсь это дело восполнить, мы с художниками, с друзьями собираемся в мастерской и рисуем натуру. И там уже, в общем, я рисую не на компьютере, а, в общем, традиционными способами. Так, чтобы понять все сухожилия. Да. Понятно. А твоя работа с русскими фантастами, или только с одним? Наверное, нет, потому что кроме фильмов существуют еще и книги. Да. Все началось довольно давно, еще в прошлом веке. Как-то я победил в конкурсе иллюстрации на сайте Сергея Лукьяненко. Он мне подарил кучу книжек своих. Потом я оформлял довольно долго сайты для различных фантастов.
До сих пор мой дизайн на сайте братьев Стругацких официально, на сайте Виктора Пелевина официально и многих других. Сейчас работаем с Андреем Лазарчуком, его последняя книга с Успенским, по мотивам Мира Саракши. Тоже я сделал обложечку. То есть это какое-то фан-творчество, спин-офф? Ну, я даже не знаю, как точно это называется. Это попытка взглянуть на Саракш не глазами землянина, а глазами аборигена. Но Лазарчук и Успенский — это совершенно гениальная пара, которая с любым заданием справляется так, что получается. Но если не шедевр, то что-то совершенно замечательное. Слушай, но это все равно чужая идея. Ну да, да. Но... Они хотя бы пишут там «Based on...» Конечно. Это серия «Миры и время братьев Стругацких». А что это за проект «Зона», который вы там замутили? Ну, как известно... Я вообще думал, что это... Я знаю, «Зона» — это самое, средство массовой информации «Зона». Причем у них логотип очень похож. Да, еще Довлатов. Да, еще Довлатов есть. Понимаешь, вообще в России слово «Зона» популярное, да? Поэтому я так, ну, «Зона». Потом раз, Жарковский, и ты там с этим... С автобусом на ногах. Вот. Так что же это за проект? Ну, как известно, авторские права на экранизацию «Пикника на обочине» Стругацких принадлежат компании Sony Pictures. И они недавно вот предприняли попытку экранизации, о чем мы, может, еще поговорим сегодня. Поэтому впрямую экранизировать «Пикник на обочине» было нельзя. А значит, амбиции такие были у продюсерской компании «Стартфильм». И было принято решение о том, что сериал будет создаваться как бы вдохновленный этим произведением, но не в виде экранизации самого этого произведения. То есть ни героев? Ни героев, ни артефактов таких, ни названий таких в сериале не будет, но будет что-то не менее интересное и достаточно похожее на это. Продюсеры обратились ко мне для того, чтобы я создал концепт-арт, то есть ряд изображений, которые описывали бы этот мир, артефакты, его атмосферу, обстановку. Я нарисовал несколько таких артов, и когда речь зашла о том, а кто же будет писать сценарий, я вспомнил, что читал замечательного Сергея Жарковского и «Хобба», и очень мужская работа была его книга, как раз которая описывала похожие события. И, в общем, мы позвали Сергея, и он сделал замечательную совершенно новую книжку под названием «Это тварь неизвестной природы». Или «Порода». «Природа». «Природа», да? «Неизвестная природа». Мы очень долго дискутировали над названием, поэтому я помню. И вскоре мы ожидаем, наконец-то, что, видимо, все дойдет до продакшена. И это русская книга? Начнутся съемки. Да, это русская книга. А сколько серий он написал? Он написал сезон. Сколько точно серий, я не могу сказать. Но получается, что ты сейчас вот увлечешься кино и совсем забросишь картинки. Или просто раз кино приносит больше денег, значит, ты, значит, будешь заниматься концепт-артами, а искусство забросишь? Ну, концепт-арты, в общем, я надеюсь, тоже в какой-то степени искусство. Я, по крайней мере, отношусь к этому так. А во-вторых, я не могу забросить свои картинки просто потому, что это для меня не работа, а это для меня часть жизни, развлечение и, в общем, ни с чем не сравнимое удовольствие. И что бы ни случилось, если буду жив и здоров, я буду этим заниматься. А почему провалился Соневский проект? Почему? Ну, во-первых, еще нельзя сказать, что он окончательно провалился. То есть я поясню, да, что это такое. Как я уже сказал, право на экранизацию «Пикника на обочине» принадлежат Sony Pictures. И Алан Тейлор, в один прекрасный момент, режиссер «Игры престолов», всяческих марвеловских фильмов, «Терминатор» и так далее. Он, как оказалось, большой любитель этой книги Стругацких и давно хотел ее экранизировать. И в конце концов эта идея созрела, и он увидел мои концепты к «Зоне». Да, вот так. Да. Вопросы, опять же, да, о интернете и прочем. Вот, пригласили меня туда поработать, я сделал там ряд
артов, которые можно тоже видеть сейчас уже в сети, они разрешили публиковать. Как ни удивительно, но дошло до продакшена и сделали даже пилотную серию. Правда, я ее даже не видел, они ее все обещают показать, но пока не показали. С Мэттью Вудом в главной роли. Прекрасные совершенно впечатления на меня произвели локации. Абсолютно то, что я видел. Очень хорошее впечатление на меня произвел кастинг. Чудесный совершенно сценарий. Бережно отнеслись к оригиналу, к первоисточнику. Совсем немного было поправок на современные условия, как бы современные реалии и на то, что это сериал. Но, к сожалению, после того, как серия вышла, канал WGN America его не купил. Второй канал AMC, на который вышла съемочная группа, тоже не купил. И решили пока, по крайней мере, на год с этим делом подождать, насколько я знаю. И что будет дальше, пока неизвестно. Мы первый бы купил. Чтобы было. Не знаю. Мы можем гадать только, почему это произошло. Ну, во-первых, такие сериалы, они стоят денег приличных, конечно. Там много спецэффектов, много CG, много графики. Но мне кажется, что, может быть, произошла другая история. Роман написан в 71 году. Роман стал известным. Роман породил огромное количество подражаний. Целую вселенную, как сейчас называют. Да? И сейчас, не только в России, но и в мире, далеко не редкость, не редкий сюжет, где существует некая аномальная зона, куда ходят какие-то условные сталкеры, которые обладают сверхспособностями. И так далее, и так далее. И парадокс заключается в том, что сам этот фильм, сам фильм, снятый близко к первоисточнику, он уже не выглядит как чем-то, как что-то... Прорывом. Да, как что-то новое, да, он выглядит вторичным уже, наверное. Может быть, дело в этом. Печально, но, наверное, может быть. Печально. Хорошо, а какие-то еще вещи есть, над которыми ты работаешь сейчас? Да, есть довольно... О которых то, тебе разрешают говорить. То, что много, да, но есть несколько проектов, которые именно в сериальных, в которых я задействован. Есть проект, который очень интересный, о котором не имею права сейчас говорить. Наступит время, я скажу обязательно. Сталин берег ГУЛАГ. Да, просто да. Подписка о невыезде и о неразглашении. Ну, письмо такое сдал, принял, отпечатал пальцы. Но вот есть несколько проектов, которые сейчас находятся либо в стадии питчинга, либо в стадии предшествующей этой стадии питчинга. Есть, довольно долго уже делаем арт к сериалу по мотивам произведения моего любимого Говарда Филлипса Лавкрафта. Вау! Да, но это с американцами. И с американцами же будет такой, я надеюсь, если дойдет опять же продакшн, что маловероятно, как я уже убедился в этой сфере жизни. Такой hard science fiction, недалекое будущее, киберспейс, проблемы мозга и так далее, и так далее. Слушай, если ты такой весь из себя, во-первых, что ты делаешь в Питере, почему ты приехал в Питер, почему не в Москву, а почему не в Лос-Анджелес? Ну, есть несколько причин. Во-первых, пока не зовут туда жить, может быть, чисто экономически мне выгодно использовать здесь. А во-вторых, я не очень-то, может быть, и поеду, потому что я красивее такого не видел нигде. Ты знаешь, я тоже. Вот Париж, как-то он не такой красивый, как Питер. Не говоря о всем остальном. Я, когда выхожу на Троицкий мост, я оглядываюсь и вижу, что в любое время суток, в любое время года, в любое время, в любую погоду меня окружают со всей стороны шедевры. Черт подери, как ни фотографируй, везде будет шедевр. Вот нигде такого нет.